30-летний футболист Дмитрий Тарасов, которого, впрочем, уже давно считают героем светской, а не спортивной хроники, побывал вместе со своей возлюбленной Анастасией Костенко на мюзикле «Анна Каренина» в Москве. Бывший муж Ольги Бузовой опубликовал в сторис своего Instagram снимок с моделью, и поклонники обратили внимание не на то, где именно находится пара, а на кольцо на ее безымянном пальце. Оно, безусловно, похоже на помолвочное, и раньше такого украшения Анастасия не носила. Подписчики ее микроблога знают это наверняка, потому что с тех пор, как Костенко начала встречаться с Тарасовым, она находится в сети под микроскопом. После того, как Дмитрий и Настя закончили культурную программу, она сама подлила масло в огненные споры поклонников о том, когда же состоится ее свадьба с футболистом. В своей фирменной загадочной манере девушка сообщила, что совсем скоро в ее жизни состоится крайне важное событие. Ждать осталось 36 дней.